турнира Руслану Яндарбею. Закончился наш первый такого уровня турнир в Грозном. Этап Кубка России по быстрым шахматам 2012 года. В турнире приняло участие около 150 человек. 146 человек. Мы ожидали примерно 80 максимум. Очень довольны, конечно, собрать такой состав, большой и сильный состав, надо сказать. Во всяком случае, не знаю, на что но по сравнению с Каспийском, конечно, состав сильный получился. Я думаю, этот турнир традиционный, я думаю, прошел он не на самом худшем уровне, если так скромно сказать. Будем надеяться, что пройдут у нас турниры не только вот такого формата, но еще более высокого уровня. Теперь переходим, наверное, к награждению. Я предоставлю слово главному судье турнира Юкову Михаилу Михайловичу. Уважаемые друзья, приступаем к награждению. Начнем с номинации ветераны. Третье место. Виктор Жуков, Краснодарский край. Поздравляю. Очень приятно. Можно сказать, первый приз. Потому что вы первым получили. Второе место. Мажмудин Кармов, город Нальчик. Победителем в номинации ветеранов стал Тата Бариев, Республика Дагестан. Победитель, можно сфотографировать? Хорошо, хорошо. Хорошо, жим назад, товарищ? Продолжаем награждение. Номинация женщины. Седьмое место. Эдил Султанова Залина, город Грозный. Шестое место. Валентина Сухарева, Ростовская область. Пятое место. Лайла Сатуева, город Грозный. Четвертое место. Елена Эктова, Астрахань. Уже десятый. Третье место. Фатима Шахмурзова, город Нальчик. Серебряный призер. Яна Ким, Ростов-на-Дону. Победительница в номинации «Женщина» Евгения Сухарева, Ростовская область. Продолжаем награждение. Девушки 94-й год и моложе. Четвертое место. Эдил Султанова Залина, город Грозный. Третье место. Лайла Сатуева, город Грозный.
Третье место. Фатима Шахмурзова. Ой, пардон, второе место. Город Нальчик. Победительница в номинации «Девушки 94-й моложе» Яна Ким, Ростов-на-Дону. Юноша там какой? 94-й. Юноша 94-й год и моложе. Четвертое место завоевал Харун Таймасханов, Республика Дагестан. Третье место Расул Мусаев, Приморский край. Второе место Ахмед Ферзаули, город Грозный. Победил Аюш Аршаев, Республика Калмыкия. Номинация «Девушки 98-й конкуренты. Четвертое место. Бочарова Ульяна, Ставропольский край. Третье место. Эдил Султанова Залина, город Грозный. Второе место. Лайла Сатуева, город Грозный. Победительница Яна Ким, Ростов-Дон. Юноша 98-й, да? Юноша 98-й и моложе. Четвертое место. Виктор Пахомов, Ростовская область. Третье место. Шадид Хатаев, Республика Чечня. Второе место. Джахар Шайхалиев, Республика Дагестан. Джахар, посмотри сюда. Джахар. Победителем стал Александр Гаврик, Приморский край. Приступаем к вручению основных призов. 15-й приз. Магомедов Магарам, город Махачкала. Поздравляю. 14-е место. Александр Козак, Республика Калмыкия. 13-е место. Александр Евдокимов, Астрахань. 12-е место. Денис Еращенков, Ставропольский край. 12-е, да? 12-е место. 11-е место. Даниил Линчевский, Санкт-Петербург. 10-е место. Дмитрий Скорченко, Ставропольский край. 9-е место. Александр Ластин, Ставропольский край. 8-е место. Дмитрий Кляквин, Ростов-Дон. 7-е место. Артур Габрилян, Ставропольский край. 6-е место. Эрнесто Инаркиев, Москва.
Пятое место. Джакай Джакаев, Махачкала. Четвертое место. Александр Галкин, Ростов-Дон. Бронзовый призер Кирилл Брызгалин, Краснодарский край. Так, второе место, серебряный призер Адам Тухаев, вынужден ранее отъехать, приз получил. Напомню, что Адам попал на полуфинал Украины, чемпионат, поэтому пришлось ему сделать уступку. И приступаем к награждению. Победителем стал, победителем мемориала Ахмада Хаджи Кадырова стал Борис Савченко. Уважаемые друзья, от имени судейской коллегии разрешите всех поблагодарить завершением, что все будет хорошо. Какая девочка интересная. Ты в шахматы тоже играешь? Не играешь еще, да? Ну, немножко стесняешься. Да ты не стесняйся. Это не стреляет, не кусает, не это самое. Думаешь, сейчас выскочит отсюда, да, хап, и схватит, да? Не, не схватит.